мой настоящий голос. Я сейчас не флиртую. Я, когда флиртую, стараюсь не использовать устную речь, потому что так на меня может запасть только хомяк. Да, и я с 50% вероятностью выйду замуж, то есть на кого-то этим голосом еще будут орать в Ашане. Говорить: «Валера, ты чё охренел? Сначала заработай на двухслойную». Да, папа, Валера, мне 18 лет, и я буквально на днях стала женщиной. После мытья посуды руками достала еду из раковины.